спортивно-оздоровительном комплексе «Газпром Добыча Ямбург» в Новом Уренгое завершился традиционный турнир по теннису между подразделениями. Соревнования продолжали 6 игровых дней и проходили в мужском, женском, парном и смешанном разрядах. Новшество этого розыгрыша – участвовать могли все, кто регулярно посещает секцию тенниса, даже дети работников общества. По итогам всех игр бронзовыми призерами стали представители службы по спортивно-оздоровительной работе. Серебро досталось сборной команде аппарата управления и лаборатории сопровождения проектов. Победителем в этот раз стали спортсмены управления автоматизацией и метрологического обеспечения. Заявиться на будущие турниры может абсолютно любая служба или управление, но пока количество команд более или менее стабильное. В основном это 5-6 команд, но количество участников увеличивается. Если в прошлом году было 5 команд, в составе команды было 2 человека, то в этом году 5 команд и в составе команды от 4 человек. Можно в любом возрасте начать играть, потому что сейчас есть мячи, которые легкие. То есть можно подобрать соответствующую ракетку, которая тебе подойдет, и на своем уровне играть.